В Карагандинской республиканской специализированной школе-интернате имени Талгата Бигельдинова прошел турнир по настольному теннису, приуроченный к столетию Рахимжана Кашкарбаева, героя Советского Союза, водрузившего знамя победы над Рейхстагом. Вот так по-спортивному азартно около 30 учеников школы-интерната активно боролись за победы в теннисных сетах. Баталии носили исключительно боевой характер, ведь каждый игрок понимал, что значит выступать на таком турнире, приуроченного к юбилею такого человека. Герой, который уже в конце войны, будучи лейтенантом, проявил геройски себя на подступах к Берлину, к логову фашизма. Именно в апреле 1945 года в районе рек Шрея и Одера он, будучи командиром разведчиков штурмового взвода полка 674-го 150-й стрелковой дивизии, получал самые тяжелые задачи – переправляться через реки, занимать плацдармы для того, чтобы потом силы основные могли перебраться и идти ближе к Берлину. Вот так вкратце начал свой доклад Александр Катой, ветеран Вооруженных сил Республики Казахстан, подполковник запаса. Перед началом игр он рассказал, как наш славный предок получил первый орден Отечественной войны первой степени. Ближе к знаменательной дате, 30 апреля 1945 года, Кашкарбаева вызвал к себе командир батальона, капитан Давыдов, вручив ему черный сверток, в котором лежало красное знамя. Командир поставил лейтенанту Кашкарбаеву задание пробраться к Рейхстагу с солдатами и водрузить знамя победы. Таких знамен было 30. Эти знамена были разданы во все штурмовые полки, и кто первый ворвется, тот водрузит знамя победы. И вот именно 30 апреля 14.45, это утром рано, он вышел выполнять боевую задачу под шквальным огнем фашистов, которые защищали Рейхстаг. При этом сразу же погибло несколько солдат его красноармейцев. Рядом с ним оказался русский солдат, красноармеец Григорий Булатов. И они это выполнили. 9 часов они проходили последние 300 метров, сделав это, навсегда запечатлев свои имена в памяти потомков. 7 мая 1999 года все казахстанцы узнали об указе президента о вручении Кашкарбаеву наивысшей награды Халык Кахарманы, народного героя. Сегодняшнее мероприятие – своеобразная дань уважения нашему предку, настоящему патриоту своего отечества. Роберт Граф, Николай Шевелев, 5 канал.